Так. Привет, мистер Пепистер. А чё это вы на меня смотрите? Да-да. Я вас не буду убивать, поскольку вы меня не трогаете. Мне что-то хочешь дать? А, ну понятно, он просто попытался поговорить со мной. Блин, я его языку не понимаю, ну ладно, пусть он там живет своей жизнью как хочет. Ну, а я буду жить, как мне надо. Так, давайте попробуем наших спешиков размножить. Ну-ка. А, это ложь. Выбрать нельзя. Придурок, сюда. Все, вроде послушно. Ой, бедная черепаха. Надо ее спасти. Вот, ну что ты тут забыла опять? Иди обратно. Ах ты ж. Я тебя все равно вытащу из твоего, блин, хренового логова, но оно очень плохое. Даже слишком. Ну куда ты идешь? Алло, черепаха, какие-то, блин. Ты чё, куда ты, блин, там идёшь? На, вон, сюда иди. Я ничего, вы, круче не имею. Ничего, блин, темнее, чем подтолкнуть её. Нахрен. Ну, куда ты уплываешь? Ты же не тот. Да, блин, иди ты, плавай в воде своей. Только никуда не уплывай больше, достало. Надеюсь, ей там будет хорошо. Блин, я помню, как на видео мне прилетели авторские права от Epidemic Sound, потому что он засранец кинул жалобу. Ой. И по этой причине в жизни, может быть, никогда не стану даже, не буду пробовать им как-то взаимодействовать, общаться или что-то типа такого, то есть кинул жалобу, все, больше не держу. Его. Откуда этот маленький сосранец появился? Блин, черепаха, женщина. А ну иди сюда со своим, блин, плавай. Это мне как не нужна. У меня есть много своих дел. Ладно, половим рыбу. Ладно, пусть черепаха делает все, что хочет, а мне это не надо. Мне не дело в черепахе, у меня дело совсем в другом. Блин, я удочку убрал из рук, а я хотел как раз порыбачить. О.
спойлерил. А, точно же, эта хрень же растет не на вот этом говнище, дерьмище. Вот надо это дело исправлять. Надо что-то с землей, блин, зараженной. Какой-то, блин, темным мохом. Темным мохом. Покрытая земля, блин. Мне это не нравится. Мне надо вот наоборот, чтобы был светлый мох, не зараженный. А на нем уже были, блин, вот эти мои малышки. Машеларики. Рукоблудики, чтобы растли тут. Оксимирона, блин, только позовите, а то без мышабов мы совсем подохнем. Ну все, вроде бы все готово. Только нет. Вот теперь все точно готово. Что это? А, понятно. Осталась только финальная часть. По нашим ягодкам. Блин, это лишние оказались. Надо не больше, чем один ряд ставить. Ну что ты смотришь на меня? Да, блин, я хозяин этого долбанного Элея. Мне не нужен лишний. Преследователей. Мне не нужны засранцы. Особенно в большом или небольшом количестве. Неважно в каком. Мне не нужны лишние помощники. Блин, для чего я сломал? Так. Блин, а мне же нужно покрыть это. А, точно же, для второго ряда. Всего лишь хотя бы один слой. Вот и все. Не, маловато, надо еще немножко. А, точно же, этим песком дыру починить. Ой, куда это не позже? О, уже первые мобы появились. Вот, блин. Все-таки я не успею нормально Ай! Ой! Вот это, конечно, меня напугало. Кто мой пес? Стой, раз ты.
Погилочки. Моё бы. Пережил нападение нормально. Эндерперлы получил. Эндерпернул. Фу, воняет от эндера. Не знаю, что если я выйду, меня сразу же пойдут искать для дедоса. Куда мы едем? Блин, я неподалеку слышу скелета. Он в кого-то и куда-то стреляет. О! Вот он. Пусть он там утонет, засранец. Такой. Блин, я его точно задудошу. Все, мне надоело ждать, пока он там будет захлебываться. Хотя кости не могут же захлебнуться. А куда он пропал? А. Не-не-не, иди сюда. Кумбак, мистер Скелетрон. Кумбак. Проще пареной репы. Видимо, походу совсем не ожидал, что на нее так просто возьмут и нападут. Плюс. Плюс-минус есть что-то. Ни хрена себе, кто там пробормотал.
Все-таки надо доделать. Ну вот и все. Сборка ягод готова. Аметистовый осколок. Блоки аметист. Давайте вот мои все драгоценности. Извините, конечно, что я видео не заснял. Как я эти драгоценности добываю. Но вот такие времена были. Блин, я это начал где-то месяц так не играл. 2-3, не больше. Всё, вроде бы сложили, только нам угля для печки не хватает, вот и все, а так все есть. О, там зомбожитель. Только что они там забыли? Блин, а где тут самый источник, по которому, блин, я спускался? А, вот он же. Самый безопасный. Блин, я пока что уровень сложности поставлю на мирную, потому что... Не знаю, что там, если я буду спускаться, вдруг там какой-то подземный засранец вылезет и меня убьет. К таким, блин, засранцам относятся в том числе и вардены. Ой. Ё-моё! Ай! Не попал в воду. А сейчас... Ай! Муха. Офигеть. Просто словил джекпот. Ни хрена себе тут высоко. Вот. Копай, перекопай, блин. Вот почему, блин, в жилах так всего много, а... Почему в шахтах... Чё мне так сильно везет? Там, смотрите, целая гора железная.
Вот это да. Вот это редкость, конечно. Блин, я первый раз в жизни вижу столько железных гор. Мне главное сейчас не гора железная. Вот это. А, как можно больше угля для печки, чтобы... Потом это. Сначала уголь, потом уже имба. Алмазы! Их там, блин, больше, чем в одной маленькой жильке. Вот что мне так сильно везет на уголь все? Вот мне, конечно, не радует, да, мне везет на уголь. Но чтобы настолько сильно мне повезло на железо, это я в первый раз в жизни вижу, чтобы мне так... Чтобы мне целая орда железа попалась в одном месте. Ебать, везучий. О, вот и кусок подземной шахты, который заспавнился совсем неудачным месте. Блин. Я походу забрался, я теперь не знаю, как выбраться. Найти свободную точку, где... Блин, да я опять в каком-то тупике. Вообще ловушки, зашибись. Блин. Ну я зря, походу, с собой ведро воды не взял. Мне надо было... Блин! Вот это моя главная проблема. Я походу тут что из сил загнал сам себя, блин, в ловушку. Молодец. О, ну хотя бы я выбрался. Ладно, давайте уже поищем руды какие-нибудь. Сколько у меня прочности? Еще 26. Блин, этого должно хватить, чтобы сломать целую орду алмазов. Просто лихорадка алмазов. Пипец, тут целое, блин, жилище их. Вот чё мне так живет с пещерами? Везет, точнее. Какой, блин, живет? Везет. Одни, блин, алмазы, одно железо. Все, блин, есть. Целый долбанный, блин, рай для шахтера. Неплохо так. 9 алмазов, блин, в одном месте. Вот это фарт, конечно. Еще 8 штук. Мне, походу, быстрее сломается кирка, чем меч. О. Почему-то за мной отправился один Элэй. Первый должен где-то быть у второго. Thank you.
А вот и первый. Только что он забыл в этой тюрьме? Какой-то джекпот мне еще одно что-то слишком часто везет с уроном. Так, давайте просто засейвим координаты нашего дома. Как это делается? Походу бета-версия там, которую я посмотрел. Не это мне потом понадобится, хотя нахрена мне это. А, это походу бетка была, которую я это смотрел видео. Про МКПЕ хаб. Понятно. Ладно, все. Я завершаю трансляцию. Трансляцию видео.